футбольная лига. Ставрова, Добрыня, 1-3. Первая победа Добрыни в чемпионате Собинского района. С нами Дмитрий Рыбалко, тренер команды гостей Добрыня. Дубль Владимир. Дим, как тебе игра? Ну, игра, конечно, положительный результат. Очень радует, мы выиграли эту игру. Наконец-таки мы долго шли к этому, к этой победе. Очень много было приложено усилий к этому матчу. Я очень доволен, очень рад. Наконец-то мы начали играть в футбол. Ты являешься тренером дублирующего состава. Скажи, вот это первый твой тренерский опыт? Да, я вот только начал, можно сказать, свой путь тренера. Это моя первая команда, кого я возглавляю. Я знаю, ты сам играл в футбол, да? Скажи, ты больше тренер сейчас или игрок? Или как? Ну, скорее всего, на данный момент уже скорее как тренер. Первое время все равно как-то тяжеловато было перестроиться. Ты размышлял больше как футболист, на которой позиции ты играл. Смотрел футбол, кто как играет на твоей позиции. А сейчас уже смотришь объективно, как играет твоя команда во всех линиях. Скажи, вот разные результаты были у ребят. Какова главная цель или концепция команды? Да? Это игровая практика, дать всем поиграть или добиться результата все же? Добиться результата индивидуально каждого футболиста, чтобы каждый прибавил, чтобы каждый горел этой игрой, Тут многие ребята только пришли, они новенькие совсем, можно сказать, никогда не играли нигде. И мы делаем акцент. Да, конечно, хочется больше побеждать, но больше акцент делается на каждого футболиста в этой команде. Перспективы ребят понятны, да, они растут и переходят в основную команду. А вот перспектива самой команды Дубля, она какова, как ты думаешь? Ну, я думаю, перспективы есть все равно, как-никак. Мы работаем над этим. Я думаю, что в дальнейшем, возможно, и в следующем году мы уже будем намного выше, чем в этом году. Это начало. Большие, конечно, планы на будущее. Ну, сейчас не хочется об этом говорить, Дальше будет видно, будем работать. В этом сезоне мы видели игроков основного состава в составе Дубля. Да, это Женя Поцелуев, Илюш Речанин почти в каждом матче забивает. Скажи, а возможен ли выход на поле еще каких-то там привлечения каких-то людей из основы или, может быть, даже тренерского состава? Ну, я думаю, что навряд ли это возможно, потому что мы работаем с теми футболистами, которые у нас в обойме. И я думаю, что в следующие последующие матчи мы будем играть именно этим составом. Те, кто люди с нами тренируются, мы не будем подключать ни основных футболистов, стараться не подключать. Мы подключаем их редко очень, но в том случае, когда у нас какие-то проблемы в каких-то линиях, и нам необходимо усиление. Я думаю, что ты и все вообще запомнили матч в Лакинске, да, который был омрачен дракой, скажем так. Скажи, а были какие-то тренерские или административные решения по поводу того эпизода? Вот к ребятам какие-то санкции или что? Нет, ничего не делали, просто было и забылось. Об этом не вспоминались. Обидно было больше за результат, то, что так сложилось. А то, что недисциплинированное поведение, именно неспортивное, я не знаю, я первый год работаю, как это вообще происходит. Но это было ужасно, честно сказать. Это некрасиво по сравнению с, по отношению к гостевой команде. Я считаю это, действительно омерзительно. Но от меня ничего не зависит. Это пускай решают люди, которые это видели. Все ребята, мы на прошлой беседе, с Владом Латышевым говорили даже, следят за выступлением Кирилла Ушакова, самого молодого игрока. Как ты оцениваешь его игру? Ну, парень только начал свой путь футболиста во взрослом футболе. И он пока еще стесняется, адаптируется постепенно. Ну, прогресс уже есть, уже на тренировках смелее. Сейчас в играх начал уже больше открываться, больше двигаться. Я думаю, этого парня ждет большое будущее. А какова в целом атмосфера в команде? То есть уже есть какие-то игровые связи? Да, уже все хорошо, команда дружная, все с друг другом общаются, как одна семья на тренировках. Независимо от того, что у нас были такие плохие результаты, у нас нет пеханины на тренировках, ничего, у всех положительные эмоции. И мы стараемся все для этого делать. И вот результат, то, что у нас все равно мы не падаем духом, мы бьемся до конца и идем к своим целям. Отлично, Дим, спасибо. С победой тебя, с такой важной, переиграли чемпиона действующего. Красавцы. Спасибо.